Здравствуйте, друзья! У меня сегодня для вас картофельная запеканка с овощами в духовке. Блюдо очень вкусное, аппетитное, а главное полезное. Картофельная запеканка очень вкусное, универсальное блюдо. Его можно подавать как в качестве гарнира, так и в виде самостоятельного блюда. В любом случае, будет вкусно. Состав ингредиентов, как всегда, в описании. Вначале натру сыр, натираю на средней терке. Беру 4 яйца, но они у меня мелкие, если крупные, то можно 3 использовать. Добавила 1/2 чайной ложки соли и вливаю 2 столовые ложки, это 25 мл, молока жирного. Можно использовать сливки. Сюда же добавляю весь натертый сыр. Сыр я взяла твердый, 80 грамм. Ну, количество, конечно, можно по своему желанию регулировать. Все это я беру из расчета на 0,5 кг картофеля. Также мне понадобятся помидоры, я буду использовать немного горького перца и лук. Все меленько нарезаю, а картофель я тру на терке для корейской моркови. Подготовленные ингредиенты остается только смешать. Я добавляю еще 1/2 чайную ложку укропа, у меня сушеный, и высыпаю в яичную смесь все ингредиенты. Остается эту массу переложить в форму. Форму я смазываю растительным маслом. Я буду готовить в 2-порционных формах. Можно, конечно, это делать в 1 большой форме. Запекать я буду в духовке, но это блюдо также получится и в аэрогриле или любом другом приборе для запекания. А также она очень хорошо получается в мультиварке на режиме выпечка. Сверху на картофель я кладу 1/2 ложки домашнего майонеза. У меня майонез свой, делаю всегда сама, поэтому домашний кладу. Посмотрите, сколько сока выделилось. Отправляю в духовку на 200 градусов. Время запекания примерно будет составлять 1 час или 1 час 10 минут. Зависит от картофеля. Когда образуется румяная корочка, значит картофель можно проверять на готовность. Картофельная запеканка – это просто спасение для занятых хозяек. А главное, что ее нежный вкус понравится всем без исключения. А простота приготовления и оригинальная подача картофеля с овощами сделают из обыденного стола почти праздничный. Овощи получаются нежными и совершенно не теряют форму. А румяная корочка очень аппетитна. Готовьте, пробуйте. Я буду рада, если вам понравится этот рецепт. Спасибо, что вы были вместе со мной. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Всем приятного аппетита и всего самого доброго!